Усилия, которые мы получаем для работы в духовном, это можно назвать богатством будущего мира? Спасибо. Кент. Да. Усилия, на каждое усилие соединяется во много-много таких усилий, и в конечном счете они строят нам духовную оболочку желания получать. Желание получать не изменяется, только все больше раскрывается, и мы должны обернуть его в то, что называется экраноотраженный свет, в намерении ради отдачи. И в этом наша работа.